Ну что, всем привет! На канале ZZP Games. Короче, продолжаем столкач, чё, да? Давай только опять музыку потише сделаю, то она идёт на громку, на всю громкость. Вот, чё там нам надо было сделать? Мы взорвали в прошлой серии БТР. Мы их взорвали. Давай посмотрю список заданий. Милосердное убийство, это где-то там в рыжем лесу, далеко не интересно. Приказано уничтожить, это сдать квест. И страйкер. Так, и короче, на базу свободы надо тоже сходить будет по дороге, да? И еще, короче, просили в комментариях проверить аномалии, типа работоспособность детектора, потому что у людей, да и в принципе, наверное, у меня тоже, почему-то в аномальных зонах не появляются артефакты. Ну, а, собственно говоря, в этой серии мы этим и займемся, проверками вот этими вот всеми. Но сначала я заскочу, я продам ненужные, короче, вот стволы. У меня вот есть калашников, АК-74 и пару пистолетов. Вот, с этого и начнется серия. Ну и ВСС-валы я, наверное, тоже продам. Посмотрим, сколько меня Лукаш отвалит за уничтоженное БТР. Все-таки, знаете, прорыв там на эту, на военную базу на кордоне. Но это достаточно было бы тяжело сделать. Но мы вроде справились как плюс-минус легко. На опыте больше, скажем так. Все, надо избавляться от этого перевеса. Здорово, Сидрич. Да, так, стволы. Все как ты любишь. Слушай, калашников он не хочет покупать, слишком поломанный. Да и этот пистолет тоже. Да и вот это вот все, да. Да и нам, наверное, они тоже не особо нужны, эти патроны все. Да, давай его один с косарей притащили нормально. Давай я тебе еще патронов возьму своих. А я их тебе уже брал, да, это вот прошлой серии. Понятно, понятно. Ну, что поделать, патронов нет, значит, в другом месте купим. Да, и пофиг на, держи калаш, держи это. Подарил ему. Все, 36 тысяч есть, еда, вода есть, все есть. Все как надо, да? Так, а звук игры есть? Звук игры есть, все отлично. Здесь там без каких-то лишних шумов. Так, и первая аномалия на очереди... Ну, мы вроде в прошлой серии проверяли, и ни хрена там не было, так что давайте я уже обойду. Пойду вдоль АТП. По-моему, где-то вот здесь должно быть какое-то аномальное поле, где, возможно, тоже возможен спаун артефактов. Вот проверим. Патронов немного. Давай заряжу какие. Да, я вот эти заряжу. FMJ-ки. Так, новых кабанес тут нету. Вроде нету. Ну чё, бежим пока. Заодно и проверим. Так, игра, не подвисай. Бежим сейчас до аномальных полей. Слушай, я с этих котиков я срезал уже. Ну да, они уже все почиканы. О, ему уже пить хочется. Давай вот так, водички.
Блин, кстати, вот калашников это я мог бы попробовать здесь продать. Ну ладно, уже там. Сколько я там? 1500, наверное, выручил бы каких. Где там эти аномальные поля? Где-то тут, по-моему. Это тушкан. Отправил его в параллельную вселенную. Так, а это уже с ногти. Это уже, по-моему, недобрый звук. Что-то внезапно так звук тише стал, так примолк. Недобро немного. Так, там кабанессы, плоти. Так, ну сейчас надо это ухо востро, короче, держать. И как-то вот здесь, наверное, пробежаться, посмотреть. Потому что вроде как здесь где-то аномальные поля были. Вот, аномалия костянка. А, так, давай болт. Так, я смотрю вообще зону этой аномалии. Да, ну вот, вот мы вот к ней. Давай. Давай болт. Ну я скажу так, если бы здесь хоть что-то было, я думаю, оно бы уже проявило бы себя, да? Хоть как-нибудь там где-нибудь. Короче, нету тут ни хрена, блин, в этой аномалии. Тоже. Ну чё, проверили. Давай дальше побежим. Будем вот так вот проверять. Нет, конечно же, существует вероятность, что там сталкера типа уже обобрали эти аномалии, но... Ну я даже не знаю. Так, здесь кто-нибудь сидит сейчас на этот раз? Опять военные тут. Только двое. Похоже на то. Только двое. Что там у тебя, пулемет? А, это все полезно, это все я возьму. А давай патроны свои. Ну, кроме непригодных. Пистолет в хорошем состоянии. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там вертушка по мне работает еще. А как бы мне своего друга обобрать? Так, ну вроде пока не стреляет. Ладно. И у нас опять перевес. Ну зато стволы нормальные, да? Ладно, продамся где-нибудь по дороге. Вс,
тоже деньги там на починки всякие, там на ремонты. Может, что-нибудь приглянется мне. Сейчас возьму прикол. По приколу пулемет в руки. Посмотрю, как он. Так, вертолета больше нету. Вертолета больше нету. А, так, патроны. Давай-ка эти дозаряжу. И давай музыку опять потише сделаю. Так, у нас тут вроде должны были быть аномальные поля, вот там вот слева, вот там где-то еще брошенная техника стоит, кладбище брошенной техники. Блять, я не хотел заряжать тут другие патроны. Я хочу вот эти патроны, чтобы они были. Не те 8 говняных. Да ёб твою. Нахрен ты перезаряжаешь? Я хочу по фану с пулеметом походить. Блин, ну этот перевес, конечно же. Так, ладно. Давай сейф. Я, правда, не знаю, есть ли здесь противник. Так, аномалия Малева называется. Огненная земля. Где она? Огненная земля и марево. Они прямо одно на другую, короче. Я понял. Так, ну что-то я пока хожу, и что-то пока он вообще ничего не видит, никаких артефактов тоже. Я думаю, если что-нибудь было бы, он бы уже хотя бы как минимум разок допискнул бы. Тут просто электроаномалия. И ни хрена полезного. Ну, давай тут конец схожу. Посмотрю, что там. Не знаю, поможет это не поможет, но может потом смотаться к ученым, может какой-то там более топовый детектор будет, может он работать будет, я не знаю. Подожди, а у меня дерьмового детектора нету? А дерьмового детектора у меня нету. Так, ладно, тут я обыскал. Пошли туда теперь. Ой, давай бахни энергетик. Может, сил побольше будет. Так, противника я там не вижу никакого. Здесь же вроде тоже какие-то аномальные поля должны были быть. Как мне помнится. Конечно, не выход с локации. На аэропром. Ну, на аэропром мне не надо пока.
Ну, короче, тут аномальных полей с этой стороны почему-то нету. Хотя мне казалось, что должны были быть. Ну и артефактов тоже не обнаруживает никаких. Давай дальше погнали смотреть. Батарейки вроде в нем есть. То есть вот заряд. Энергии осталось 96%. То есть заряд есть в нем. Он не неразряженный. Так, а тут никаких аномальных полей у нас нету вроде. Если только вот здесь, по-моему, где-то что-то должно было быть. Ну, заодно пробегусь и здесь посмотрю. После торговца. Может, торговец мне и стволы купит? Не знаю, посмотрим. Опа. Здесь что за чел плюнул? То есть нормальный такой калашников у него. С прицелом. Один из прицел. Тогда не обновлено. А, простите, он просто помер. Слон против мости. Дело сделано, пора возвращаться до награды. Хе! Сидоровичу опять переть хочет. Ну, к Сидоровичу я потом зайду. В любом случае. Короче, тот сталкер, он просто где-то погиб, и мне сейчас за это вознаграждение дадут. Так, давай калашников эти отдам. А что ты этот не забираешь? Странный ты какой-то. О, он пулемет хочет забрать. Давай ему пулемет сдам. Ну так, чтобы перевесов не было. О, может какой-то дробовик у тебя купить, наживность всякую. На, прицел тут забирай. Да, наверное, чтобы не тратить. Не тратить драгоценные патроны на скар. Я, наверное, вот так сделаю. Я у тебя куплю просто дробовик. Дроби возьму. Вот так вот. Ну и все. А частей мутантов нету у меня больше, да? Ну хорошо. О, какая мурочка хорошая. И такая модель. 153. Уважаем. Так, ну что, остается только калашников продать нам. Ну и пошариться по местным аномалиям. Так, зверье. Зверя нету. Так, чуть в аномалию не угодил. А, по-моему, это надо вот там вот чуть левее проходить. И там, по-моему, где-то что-то должно было быть. А, вот там вот, по-моему, есть точно. Вот, вот разлом она называется, или как это аномалия? Вот это вот. Ведьмин хук. Ну, что-то я тут ни хрена не вижу. Я скажу вам так. Я прям в самом центре этой аномалии. Не, тоже ни хрена нету.
Так, в этой аномалии побывали. Ну, давай вот так вот кругаля дам. Насчет аномалии где-то вот здесь я не помню, есть ли там что-то или нет. Слушай, а это случаем не выход с локации вот там вот? Это на дикую территорию, да? Мне на дикой территории что-то надо? Не, на дикой территории мне ничего не надо. Я, в принципе, наверное, только сразу на бар топать. Стинус этот кейс тяжелый. Слушай, а где все с дверью подевалось? О, здесь что-то интересное. Коста мусор. Что-то какая-то пустая действительно локация стала. Мутантов мало. Или что? Давай, слушай, чтобы до бармена все не тянуть. До торговца, в смысле, долговского. Я вот здесь, наверное, попытаюсь все стволы скинуть лишний. Этот автомат Калашникова. Пистолет. Они, в принципе, в хорошем состоянии. Он должен купить их. А, ну еще можно туда сходить проверить. Я что, там открывал аномалию, да? Не, здесь аномалии никакие он не открывал. Хотя тут ходил, тусовался. Так, ладно, братан, стволы купишь? Слушаю тебя. Да что, где ты торговец? Пам. А ты бинты продаешь? Ну, в смысле, это не торговец, ты просто NPC. Так, ты ж торговец. Вроде похож на него. Так, давай калашников забирай. Патроны не нужны мне. Калашников в том числе. Вот это вот забирай. Чтоб не тебе еще сдать такого. Вот эту всю херню. Это все для ремонтов, остальное пойдет. Это нужное остальное. Давай так. А моих патронов ты не продаешь, да? О, слушай, да тут и херовый детектор продаешь, да? За 1800. Ну, чисто ради пробы я могу его купить. Он, в принципе, недорого стоит. Давай. Давай возьму. Дальше по дороге просто смотреть буду, проверять аномалии и менять все детекторы. Может, реально тут медведь, он сломан, а какой-нибудь там хреновый не сломан, потому что мы там в первых сериях, даже, короче, там было по заданию, типа, обыщи, короче, аномальные поля, и мы находили там этот батон, по-моему, я медузу там что-то находил. То есть, ну, вроде как первый этот детектор, он должен работать. Потому что это уже проверенный факт. С медведем же я ничего еще пока не находил. Ну, как бы так, такая логика. О! Еще себе газировочки подлить. Сколько там запись уже идет? 24 минуты. Ой, хорошо. Давай, 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 давай. Грузи. Так, у нас тут по дороге никаких аномальных полей нету. Так, ну есть громкая музыка. Давай ее опять поменьше сделаю. И что, наверное, сейчас дадим эти квесты.
И пойдем по этим, по основным заданиям, по сюжету. Я думаю, да. Это нам тогда надо будет этот на Агапром идти. Искать этот тайник стрелка. Это мутант стоит, и что-то понять. Да, это мутант, это, по-моему, то ли псевдо. Нет, по-моему, обычная собака. Бобик? Так, ну минус один уже есть. Еще бобики? Еще будут бобики? Слушай, они на долгошей кинулись. Я тут пострелаю, пацаны, уж не против. Это все как бы денег стоит. Давай. Что-то в рубку подать. Тем более я тут вроде как помог. Потратил патроны, потратил время. Давай, дозаряжу дробовик. А, там один патрон был. Было дозарядить. Давай похаваю. Вот так вот. Вот и попьем. Ну и попить. Вот и все, отлично. Да убираю, убираю я. Что там сейчас за волына? Серьезно, блин, с обрезом? Вот это, слышь, расслабься. Потому что я, блядь, тоже могу потыкать оружием. Ладно. Ну просто дурень, блядь. Сейчас тут будет. Иди своей дорогой, сталкер. Это вот сталкерские мудрости. Называется. Так, мне бармену, да, отнести этот кейс? А нет, слушай, мне этому полковнику. Или как он там, блядь? Короче, долгошу надо отнести. Это он заказывал. Здорово, мужики. Так я так и не рассмотрел там в той серии. Что там у тебя за волына такая? Это какая-то снайперская. Я даже не знаю, что это за модель такая. Кто знает, что за модель, пишите в комментариях. Все, смотрите, видите, у него какой-то прицел. И сверху прицелу еще один прицел. То есть, я так понимаю, для чего это? Это теплак, наверное, там вообще типа. То есть прицел и к нему теплак. Это дикая конструкция вообще. Первый раз такое вижу. Так, я выполнил задание. И я выполнил задание. Два задания выполнили. Так, братан, чё я хотел у тебя? Патронов на Скар у тебя нету, да? А чё мне, кстати, подробнее? Ну, я немного потратил, так что не страшно. Чё я хотел? Да у тебя ничего такого прям особого интересного и нету. Чуть-чуть дроби мне, вот десяточку хотя бы. Ну и все. Барвинок. А почему бы и нет?
Чтобы, знаешь, чуть-чуть можно было там вот так вот подхиливаться. Так, и поскольку мы идем в подземелье агропрома, мне, наверное, потребуется налобный фонарик. Я его возьму. Батарейки у меня есть в запасе. Если что, можно будет из каких-нибудь приборов еще подоставать. А, где этот фонарик? Вот так вот работает? Работает. Новое задание — встретиться с библиотекарем. Чего, блять? Каким еще нахрен библиотекарем? Все еще путь назначения — библиотекарь. Он, блядь, на болотах, это вот чистое небо. Слушай, а чё так далеко? А у меня есть тут проводник, может, какой? Дай-ка по карте гляну. Торговец, медик, важный персонаж, техник, важный персонаж, бармен. Проводников тут нету. Увы и ах. Ну мне, слушай, мне в любом случае сейчас надо еще к свободе зайти и там квест дать. После чего назад вернуться, да? И там уже на агропром надо идти. Будет. Да и посмотрю, может, какие новые бои есть на арене. Интересные. Привет, брат. Здорово. И тебе привет. А, ну только мутанты есть, да? Ну давай. 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 Фонарик. Неизвестный? Ну, давайте, запускайте. Песик? Вот и все. Вот и нету песика. Вот еще от песика. Части. Братан, все хорошо. Песик мертв. Так, все, 3000 получили. А, на самом деле, не то, чтобы прям интересно с этими мутантами сражаться. Все, давайте, короче, на этом серию закончим. Пойдем потом, как говорю, база свободы, сдать квест. Потом уже по основным квестам пойдем. Ну все, всем спасибо, до встречи в новых сериях. Всем пока.